А мне кажется, Антон хочет меня разыграть. Нарисовал какую-то лошадь. Через 5 минут он пришел меня разбудить и сказал, что нужно выбрать руку. Но я-то подсмотрела на кухне, какую выбрать. После этого он повез меня в какое-то место. Уже на стоянке я поняла, что у него на руке была не лошадь. Оказывается, мы приехали на ферму. И тут было очень много альпак. Особенно смешно они гонялись за Антоном. Но в конце одна из них...